Национализация двух водочных заводов компании «Айо» вызывает в обществе большие споры. При этом некоторые руководители говорят, что владелец компании передает эти заводы государству добровольно, во что поверить очень сложно, потому что ни один собственник этого делать не будет. Тем более, что национализация происходит, этот добровольный шаг происходит после проверки, во время которой найдены нарушения. Президент Садыр Джапаров тоже говорит, что они 2,5 года терпели компанию и просили ее исправиться, платить все налоги, но она не исправилась. Следовательно, этот добровольный шаг – это наказание. А причины этого могут быть совсем разные, совершенно разные. Некоторые эксперты говорят, что государство – плохой менеджер, и только частные компании могут эффективно работать. Но частные компании очень часто богатеют за счет государства и народа. А при проверках они просто покупают этих проверяющих, потому что все они коррумпированные. Мы все на словах выступаем против коррупции, а как только подвернется удобный случай, сразу продаемся.